Всем привет, с вами я, Фокси. И Манго. Мы сегодня начнем проходить 15 Twitch 39. Круто, и Манго просто. Так, как играть? Бонька. Click to play, да. Это не Бонни. Это 39. Его зовут 39. Но это Бонни. Я раньше его назвал Witch 39. Тут есть плюш. О, 39. Да, вот он. Короче, он матершинник. Тут есть матершинники. Чем мы потом поставим не для детей, да? Да. Apparently you are paralyzed. Sucked in, so you can't move at all until 6 a.m. Brilliant. And you get to watch me run around the cameras doing my own thing, and I'll eventually pop in and visit you. So, yeah. Don't bolt that. Да, он разговаривает этот. Толстяк. 39 его зовут? Да, он такой матершинник пипец. Как будто бы гонит. О, смотрите. О, май гад. I'll be back. Вам не кажется, что это что-то напоминает? Ой, нет, это только не этот придурок. А два пацана скинул? Нет, потом. Ладно. Так. Oh, look at me. I'm Foxy. You're the fox. Sick fox. Жалко, ах, ты что, тварь, меня обозвал. Вот ты скотина. Мразь ты. Обозвал меня, прикиньте. Матом причем. Ах ты что, тварь. Я же Фокси. Он сказал, Фокси, а там мат. Ты мразь, совсем обнаглел. О, там моя голова, и там голова Чики негативной и негативного Фредди. Ага! Мне, значит, знаешь кого? Плюс 39. Жалко, тут надо его бить по носику. Да? А да, такой милашка тут, да? А потом такой злючный, да, меня убить хочет. И обзывает матами. Где он? Вентилятор отключить. А почему здесь нету? Блин, время тут. Мелкий матершинник. Тут пи было, значит, он не матершинник. Мелкий матершинник, блин, материться. И здесь впереди в офисе нарисован Фредди, Чика, Фокси. А почему их тогда нету? Это потому что старая пиццерия. Раньше они тут были, теперь их тут нету, он их убили. Здесь блинки оставили. Он там грохнулся. Там пип был, мат. А вот такой... Там ходит, да? Там процент не закончился. Подлёнок. Да, он любит... Он тратит проценты постоянно. Но не убьет. Но может убить, когда прицелка закончится. Не знаю, что это за красный горит. Где он? А, он тут. Ну, в принципе, угрозы он мне не представляет никакой. После этой камеры он сюда идет, кстати. Он сначала вот этой камере, потом идет сюда, потом сюда, или сюда, потом в офис. Или он идет сюда, потом сюда, потом сюда. Я же сказал его. Бедный кролик. Его так пугают сегодня. И он наоборот должен нас пугать, а не мы его. Блин, бедный. Какой. Если он... Ой, блин, ай. Ой, о боже! Тут пип. Матершинник, блин, ты что, офигел? Кстати, эта игра весит 300, почти 300 мегабайтов. Ты представляешь, как это много? Ужас. Хотя для Injustice это очень мало. Попробуйте сами эту игру скачать. Да, она много весит. Кстати, а Аптоиде она официальная, потому что в Аптоиде, когда набираешь типа Five Nights, а потом Witch, и там появляется Five Nights Witch 39, нажимаешь, и там реальная игра на самом верху. Ой, выжил, все.
20, если больше 10% остается в 5 часов, все, это вин. Это вин, однозначно. Я может... Да хватит материться. Ты вообще детская игра? Нет, конечно. Походу нет. Что мне в офис не приходит, это подозрительно. А опять он мне сейчас будет там взламывать комп мой. Не трогай мой комп, засранец. Что? Блин, 3%. 3%. Вот это поворот. Меня уже олепчила баф в рот. 6 ам. Что? Еле-еле. Ей-бой. Теперь он такой, ты не офигел? Да, он такой злый. А тут ничего не было, да? Ну, ну конечно же, это он. Ой-ой, какой он жуткий. Опять сексуальный, блин, кролик. Ты издеваешься, ты дебил, что ли? Ты что творишь? Черт тебя побери. Матершинник. Да зачем они ему... Он не грустит, он это поза крутого. Да, он крутой. А вот так вот? Да, типа он матерится, это значит, он крутой. Нет вот логики. Вот. Да. Я знаю эту позу. Опять сюда. Ты почему вернулся? Ты должен наоборот ко мне ближе. Оп! Только 12% потратилось. Это очень мало. Кстати, после... Ох ты ж, тварь, пропал. Когда он смеется, значит, он пропал. Опять мой компьютер будет трогать. Не трогай мой комп, матершинник. А нет, он не тронет. Ну да. Ёлки-палки, уйди. Бедный. Мелкий засранец, может быть, в пути. Справа дверей ключ. 39? Нет. Сразу вдвоем. Сразу двоих. Прикольно. Ого, это такой радостный, типа я его избил, да? Типа я вас избил, и вы такие радостные, да? А вам радостно, когда вас избивают? Нет. Это вообще... Жестко. Он мазохист просто, потому что. Он мазохист. Чё, пацаны, аниме? Он мазохист. Реально мазохист. Ему нравится, когда его избивают до полусмерти. Какой до полусмерти ему по носу один раз врезали? О. Че так мало энергии тратится, пипец. Только главное, не сразу так быстро потратил. Есть тут носик. Опять вернулся. Мне кто-нибудь энергию потратит, нет. Энергия тут фигня, полная фигня, дичь. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Да, 3 ночи сегодня пройду. На изи как? Да. О, привет, милашка, ты можешь меня убить? Ты такой милый. А потом будет тебе по морде. Лол. А что обозначает лайк? Почему? 4 часа 50%? Я случайно не читер, а?
Я читер, что ли? Да, я хакер. Теперь я хакер. Теперь я хакер. Ну ты меня напугал. Блин, я испугался, типа, кто это накричал? Ну чего ты грустишь? Ты хорошо пугаешь. Я реально испугался. Я типа посветил, а ты такой кричишь. Пипец, меня напугал. Сколько же тут скримеров? Справа он просто кричит, а слева такой кричит и говорит какую-то фразу. Опять ты крутой. Да мы поняли, какой ты крутой. Блин, да хватит. Мне на тебя светить бесконечно. 5 часов 34%. Я читер, что ли? Пацаны, вы в курсе то, что у меня 5 часов и 33%? Вы в курсе, это очень много процентов. На-на-на-на-на-на-на. Что-то он давно не матерился. Как, наверное, в любой момент заматерится, как, блин, под конец. Это ночью. Да все, 6 ам уже. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ау, бам, 6 часов. И сразу сказал, бам, 6 часов, и 6 часов наступило. Го. Да. Бэм. Я его расстроил. Да. Типа, все, мразь, не офигелся на чьи проходить. Да, типа, он такой, я его раздражаю, да, очень сильно. Так. Тут покажут анимацию, где его, что с ним что-то сделают. Да, кстати, это прикольно. Очень прикольно. Больно же. Ну, тут есть анимации, после которых ты включаешь ночи. Только одна была. Ага. Опять матерится, матершинник. Сам ты туда, блин! Ах ты ж тварь! Ты куда меня послал? Ах ты ж гадина ты такая! Как он вообще разговаривает, не бегая своей челюстью? Вот именно! Кстати, разраб не ленивый. Или разрабы. Может быть, внутри челюсти у него двигается только. Да, эндоскелетная. Продумано. Почти на каждой камере у него там по две или три позы. Ах ты ж. Ах ты ж тварь. Бедный. Вот на этой камере у него тут сразу три позиции. Первая он держит стул. Вторая он тут лежит. Третья он там вдалеке стоит. А тут две. Тут одна. Тут одна. Тут одна. Уже проценты быстро садятся, это, смотрите-ка. Это 39 такой. Как говорит, я уже поняла. Он уже такой маленький. Такой голос. Чё? Ах ты. Ну не плачь, пожалуйста. Ты такой милый. Ага, милый, потом меня как грохнет. Где он? А, вон там. Блин, 69%, 2 часа должно быть. Когда 2 часа должно быть больше... Когда 2 часа должно быть либо 65, либо 66, либо 67, либо 68%. Короче, не меньше 65 должно быть процентов. Да. Я давно на камеру не смотрел. Иди, уйди. Блин, а? В смысле, вот так хелл? Вот он держит стул, и он там вдалеке стоит и лежит еще. Короче, много у него разных вот этих поз. А плюс 39 вообще нету. Он вообще на камерах нету, он только в офисе у меня есть.
О! Процентов очень много, когда у тебя больше половины процентов, когда 3 часа. Уже больше половины ночи прошло, а у меня 55%. Много. Само начало было мало, теперь много. Так. Вот он. У тебя стол держит? Ага. Ковыряешься? Кстати, тут, тут разные мемы появляются, кстати. Когда вот так нажимаешь на кнопку. Ага, крутой. Это звук его носика. Кстати, эта игра хайпанула, как и 5 ночей Барсиков, 3 года назад. Ну, 2 года назад про нее все забыли так же, как и Барсика. Ну, ну только сразу. 2 года назад все забыли. Барсика тоже забыли уже? Да, все забыли. Каждый... Почему FNAF пародию забывают? Ведь FNAF V49 стала популярной 3 года назад. Популярность ухудшилась 2 года назад. Вышел ремейк 2 года назад, кстати. Ну, короче... Это... FNAF лучше, чем у Барсика. Так, это... Короче, это старая FNAF пародия, скажу я вам честно. Ну не плачь, пожалуйста. Мне не нравится, когда ты плачешь. Да-да-да-да. Ага, такой злой. Уже 5 часов должно быть. Уже 5 часов 27%. Сейчас ставим замер. Да. Эу, чё так скучно? Ты так Бонни? Ты же кролик. 39, чувак. Как его зовут? 39. Давайте четвертую ночь пройдем. Это третья ночь? Я так хочу пройти еще остальные ночи. Это быстрая ночь. Ну что, энергию самому потратить? Изи! Скука! Ну все, это уже завершим. Завершим прохождение пока что. На сегодня пока что первые 3 ночи. Замолчи. Все. Замолчи. Ты издеваешься? Because for some reason when children are murdered and they're put into f***ing animatronic suits, they become murderers. It makes so much f***ing sense, doesn't it? Yeah! Okay, I literally cannot think of anything else to say. I'm going to be more active, as always. I really should stop telling you that every night because you basically know the f***ing drill. It's just... F*** you, Sam. Он Сэма? Он Сэма подслал? Того фнафера? Нифига себе, мы уже столько... Так, ну все, завершим эту серию. Пожалуйста. Ну все, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фокси энд Мангл. Ну все, с вами Фокси. И Мангл. До скорой встречи. Пока-пока. Удачи. Так, его еще скример. Милашка, какашка. Фотографируем, конечно же, такую милашку. Милашку, какашку. Напишите. Так, ну все, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну все, пока-пока. Пожалуйста, подписывайтесь. У меня крутые видосы. Я прошел режим на 20-20-20 FNAF Ultimate Edition и FNAF 1.
Да, посмотрите это видео, эти видео, ссылка на эти видео, на эти два видео, где я прошел FNAF 1 и FNAF Ultimate Edition на Android, режим 2020, я оставлю это видео на, в описании, ссылка в описании на, под видео. Под этим видео, кстати, если никто, никто не знает, что такое ссылка в описании, ну, для новичков специально говорю. Все, покеда, до скорой встречи и подписывайтесь, не забудьте, хочу много подписчиков.